Всем привет, друзья! К чему снится лошадь? Увиденная во сне лошадь – символ вашей внутренней силы, свободы, творческого потенциала, желания раскрыть свои таланты. Вы стоите на пороге нового жизненного этапа, готовы к переменам и начинаниям. Белая лошадь снится к благоприятным переменам и удачным начинаниям. Вас ждут успешные проекты, в которых вы сумеете реализовать свои идеи и таланты. Черная лошадь снится к разочарованию. Вы поймете, что потратили много времени и сил на бесперспективные дела, из-за чего потеряете веру в свои силы. Не спешите отчаиваться. Возьмите перерыв в делах, чтобы у вас появилось время обдумать дальнейшую тактику и выстроить план действий. Сон о коричневой лошади предвещает назойливого поклонника, который будет добиваться вашего внимания. Общение с таким человеком окажется неприятным и будет доставлять неудобства. Мертвая лошадь во сне символизирует спокойствие и отдых. В вашей жизни наступит затишье перед новым жизненным этапом. Вам пойдет на пользу отпуск. Используйте его для общения с семьей и путешествия. Это подарит вам заряд сил и станет источником новых идей. Сюжет, в котором вы видели лошадь с жеребенком, хороший знак. Вас ждет счастье и благополучие, а начатые дела удачно завершатся. Табун лошадей в сновидении символизирует страсть. Вскоре вы столкнетесь с любовными приключениями и окунетесь в водоворот чувств. Будьте осторожны в выборе партнеров. Помните, что неразборчивость в любовных связях может негативно отразиться на вашей репутации. Скакать на лошади в приснившемся сюжете к материальному благополучию, удачи в делах и личных отношениях. Вы добьетесь успеха в профессиональной сфере благодаря поддержке друзей и помощи партнеров. Ехать на лошади верхом – благоприятное предзнаменование. Ваша жизнь будет наполнена счастливыми моментами. Вас будут окружать верные друзья, интересные собеседники и единомышленники. Не сдерживайте себя. Используйте любую возможность, чтобы реализовать свой внутренний потенциал. Друзья, спасибо за просмотр. Не забудьте посетить наш сайт sk1.online, где вы сможете найти более подробную интерпретацию всех снов и многое другое. Ссылка на сайт будет находиться в описании видео.